Здорово. Ну что же, продолжаю проходить. Продолжаем проходить, продолжаем продолжать. Что это такое? Так. Господи. Куда же нам идти? Ничего нам найти. Я уже не помню, где я остановился. Так давно не играл. Давно, очень давно. Так, сейчас мы что-нибудь срастим. Ага. Это дверь. А. Все. Здесь эта штука, да, шарика у меня пока нету. Здесь тоже странный стол. Там тут должен быть, наверное, столом. Не знаю, не видел. Не встречал, не находил. Так, ну нам вообще, наверное, сюда. Да? Я туда опаздывал куда-то, на работу вроде бы торопился, и поэтому совершенно забыл, откуда и куда, и какие теперь дела. Блин. Не люблю, когда так все происходит. Карту покажи, да все мне расскажи. А. Если кого-то ёбнул, да? Здесь что-то я нажал. И вот сюда мне, наверное, пойти. А, да. Я что-то не помню такое. Патрончики. Патрончики я люблю. Это здорово. Особенно если на дробашек. Короче, оружие, посмотрел, у этого герцога появилось. Блять, это бред какой-то. Типа они взяли все с четвертой части. Но если тогда, блин, играть было нечего, можно было задрачивать одну и ту же игру, да, там несколько раз ее проходя и все прочее. То сейчас же игр миллион, то есть. Зачем задерживаться на. Простите. Так, мне надо спину. Так, раз. До вас. Ай! Здорово, конечно же. Так, смотрим усердно карту. Так, откуда я пришел? Там что-то красное. Значит, там, бля, что-то я упустил там. Застреваю в чем-то. Вот опять на где-то какая-то залупа висит, которую, блядь, хуй увидишь даже в очках. Сука, ненавижу. Чем так делать? А потом еще какую-нибудь ачивку добавлять, типа, открыть всю карту, там, блядь, все собрать на карте. Я думаю, так не должно быть, это бред. Нет, что-то здесь. Господи. Вон она, блядь.
Серьезно? Вот пидорасина. Так, где там дверь? Блять! Забыл. Все? Ну все. Обломки, 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 обломки. Давай на дробашку. Давай еще дневник. Мало патронов даю, давали бы больше патронов. Что-то вообще жопа какая-то. А, это лифт, да, запустил? Благодаря вашей поддержке я расширил ассортимент. Я, блядь, рад за тебя. А, ну да, да. О, не, подожди, подожди. Прошу вас, мы еще встретимся. Цена... Так. Угу. Ну что ж, смело изучайте. Ну что ж, а ты смело давай покупай, блядь. Инвестиции, блядь. У него это вот новые дробовики, я так понимаю. Я так думаю, это дробач какой-то. Не автомат. Ружье. Хью, пойми, блядь. Пистолета для вот этого. А это что? Ну, сейчас скорострельность. Прицел, блядь. На револьвер мало патронов. Давай это заработаем. Лет. Пусть урон будет. До новых встреч. Пошел нахуй. Ебать их там. Путь будет долгим.
Миранда считает, что мы просто дети. При этом ей совершенно нет дела. Она давно утратила всю человечность. Я должен уничтожить ее. Мне посрать на ваши семейные разборки. Не видно. Снайпер как самое эффективное оружие. Чё-то не взял, да? Где такая-то хуйня блестит? Все-таки где-то блестит. Блядь, как это нудно, ёбаный. Где что находится? Совершенно не вижу.
Отец какой-то. Да ёб... Серьезно? Ебануться просто. Ебать. А. Я знаю, как туда добраться. Все, да? Все добро. Так, просто отсюда я не смогу. Нет, не могу. А, все-таки вверх подняться. Бля-бля-бля-бля-бля. Ебать. На свой костыль полил. Так. Не надо сюда.
Блять, не дотягивается все равно. Блять, лишь бы он только не завелся. Здесь тоже что-то есть. Мне кажется, босс-файт будет, нет? Нет. Из этой хуйни приходится постоянно смотреть. Ну вот, блядь, показалось. Улучшение солдата. Так, улучшение солдата реактивная тяга. Прицепил к солдату реактивный ранец и головные стабилизаторы. Маневренность серьезно повысилась. Опыт. Ты выявили ограниченную способность к полету. Расстояние полета небольшое, зато теперь может преодолеть труднопроходимую местность. Улучшенный солдат, бронесолдат. Установил пластину из алюминиевого сплава, чтобы защитить грудной реактор и открыть участки тела. Опыты показали, что он неуязвим к обычным огнестрельным оружием. Броня ломается от сильных залпов. Надо продолжать разработку. Сука. Все сделал, чтобы не помешать, да? Гнида. Так, там что-то есть. Есть патроны, блин. Обосраться. Шаблон шара, блять. Мне надо выковать шар, чтобы потом его пойти покатать. Чудес. В смысле, мне либо назад бежать, либо... Ладно, херо знает, я лучше пойду сюда.
Ты посмотри, вот мразь. Так, все, все, все. О, на дробашке есть. Обосраться же. Чем так сделал? Типа там. А он сам, да? Че, какая хуйня меня вытолкнуть? Я вниз полечу, нет? Совсем скоро, Миран, начнет церемонию с твоей родой. Если это произойдет, всем конец. Твоему ребенку и всей деревне. Но не волнуйся, я ей помешаю. Я убью Миранду с помощью роз. Бедный папаша. Похоже, ты один до сих пор не понимаешь, как сильна твоя дочь. Хочешь забрать розу? Попробуй. Ключ. Здесь тоже, да, еще? Еще. Вон она. Здорово, как мне... А, вон. Чтобы просто патронов давали. Все. Если только посмотреть, витрина вон там. Не, подожди, погоди. Ой, вау. Как желаете?
Продать, продать, продать. Один. Три. Один. Три. Два. И пока нет. Мне нравится. По мне, так честная цена. Так, и дробашек есть. Пистолет давай. Припасы. Это. Там стрельбы. Окей. Снайперка, что у нас? Боеприпасы. Да. А, все хорошо, я закончил. Что ты, блядь, закончил? Срать? Ты голоден? До новых встреч. На четвертом раунде. Ладно, я уже не помню, куда он бежит. Сейчас здрасте. Темнело-то, блядь. Совершенно не помню, куда, блядь, пиздовать.
Так, а мне вот туда хочется попасть. Как мне сюда попасть? Непонятно, да? Сверху как бы ничего. Да ты, блядь. Хуила. Передаю ключ. Да, блять, не тот ключ. Да, и на этом здесь все. Так, а он как мне туда попасть? Так, все не то. Так. Я не могу понять, как нам эту хуйню открыть. Thank you.
Так, может это что-то я должен дернуть, использовать, чтобы что-то, блять, открыть как-то хоть. Или может туда вот мне дошмальнуть? Нет, нихуя. А может динамит кинуть? Ну как вариант помогло. Я, конечно, даже не предполагал, что это поможет, но ты посмотри. Бля. Серьезно. Помогло. Динамит помог. Пяти этот, да? Так. Динамиты. Кстати, у нас есть этот. Так, куда нам там сейчас идти? Бля, иди нахуй. Что-то вы так ебете очень сильно. Блять, как мы сейчас? Где лифт?
Так, нет, мне типа надо уходить. Так, обратный путь, обратный путь, путь обратный. Да мать твою, господи! Отсюда прям что ли выполз? Так, сохраняемся. А, вон. Блять. Впервые у меня шарик упадает. Да вообще не увидел. Как, чё и куда? Блять! Крутил, крутил, закрутил. Ёбаный в рот. Это, наверное, самое сложное. Погоди, постой. Ёбаный ты в рот. Ёбаный ты в рот. Ебать.
Пиздос. Здесь так никто не боялся, да? Ну ладно. Заткнись нахуй. Так, снайперка, что у нас тут? Давай. Это простая модификация, я быстро управлюсь. Запас. Урон. Еда — это жизнь. На... Спасибо за покупку, сэр. Ой, нам на самом деле... Блядь. Говнище. Гейзенберг. А ты правда живучий. Но мне надоело болтать. Прототип штурм использовал дешевый турбовинтовой двигатель, но управлять бойцом стало невозможно. Он всегда атакует. Слишком много энергии от реактора. Спереди абсолютно неуязвим. Но придурок умудрился оттяпать себе пальцы пропеллером. Есть проблемы с перегревом при длительном использовании. Вывод полной неудачи. Умри, наконец! Слышишь эти звуки? Тебя? Кое-кто дожидает. Да он же у тебя полная неудача. Типа ты выставляешь против меня неудачника. Он же все твои самые эксперименты не прошел. Чего? Какая ж... Вообще не то, что надо. Я не вижу, где он. Thank you.
только обычным пистолетом можно что-то. Да, блядь. Да заебал, ты сдохнешь или как? Ёбанка. Ёбаный кусок дерьма, блядь. Это пиздец как-то. Все? Наконец-то.
Дерьмо ебаное, пиздец. Такой какой-то вообще ни о чем, блядь. И при этом хуйня собачья. Нет, нигде ни патронов, ничего. Ой, блядь, пиздец какой-то. И ни аптечек вообще нихуя. Сигара? Миранда омерзительная, ее вранье не знает границ. Для нее мы всего лишь плоды неудачных экспериментов с Каду. Мне повезло, что я более восприимчив к нему, чем вся остальная деревенская шваль. Она называет меня своим сыном, пустой звук. Я не прощу ей то, что она со мной сделала. Эта чокнутая сучара всегда была вне себе. Для нее понятие эксперимент и семья равнозначны. Миранда не просто изменила мое тело, она решила мне достоинство. У нее нет пениса? Ее надо убить, иначе я не смогу распоряжаться своей жизнью. Но при всем своем безумии она сильна, она может стать кем угодно. С помощью мегамицелия. Малявка Роза, вот ключ. Если я заполучу ее силу, то возможно. Кстати, у ее папули Итана тоже очень интересное тело. Надо бы уговорить его помочь мне. Сука, но нет. Итан сказал нет. Я не хотел тебе помочь. Что там за сигарета? Возможно, я могу их... Цена? Просто цена? К ней, что было к ней привязано? Без понятия. О! Внезапно. Блять.
подготавливаю бунт. Так что не лезь сюда. Что он строит там? Опять что? Так, ну где там сохранялка? Дойдем. Да и на сегодня, наверное, можно прерваться. Как там цель сильная? На-на. Просил тебя не лезть, Итан! Ты мне мешаешь. Что тебе надо от меня, Крис? Ты, сука, убил мою жену. Я убил не Мию. Ты жил не с ней. Ты жил с Мирандой. Что? Она биооружие. Она сменила форму и притворилась Мией. Пули ее, кстати, не убили. Я хочу доделать дело. Нихуя. Не пизди! А сразу, блядь, сказать нельзя было? Я знал, что ты полезешь вперед всех. А нам здесь и без гражданских приходится непросто. Почему мы, Крис? Что за хрень происходит? Ладно, Итан. Ладно. Все-таки я должен был рассказать. Дай мне тут ключ. Если вкратце, Миранда рехнулась. Деревня, эти монстры, твари, ее работа. Какой-то стрёмный эксперимент с плесенью. Плесень. Как в Луизиане. Твою мать! А я-то надеялся, что спасу семью. Я не могу сбежать. Ничего не могу! Прислали эти снимки только что. Приглядись. Роза, охренеть! Идем туда! Стынь, мои бойцы не спускают с них глаз. Но у них моя дочь! Да пойми, Итан, ты просто не справишься с Мирандой в одиночку. Я останусь и заложу еще взрывчатки. Ты поедешь на лифте. Встретимся наверху. Клянусь, мы с тобой спасем твою дочку. Вместе. Да, мы спасем. Кризис еще такой, и убью эту суку. Ладно, Итан. Тогда садись. И будь добр. Не лезь на рожон. Так, кому отряд охотчие псы? Осмотр фабрики завершен. Доказательства связи с организацией не обнаружено. Нам сегодня явно не везет. Мне удалось найти ряд документов с описанием экспериментов Миранды, подтверждающих наши теории. Судя по всему, она заразила себя
мицелием и приобрела ряд способностей, в частности, мимикрию. Она управляет своими клетками и может превращаться в любых существ и предметы. Она притворилась змеей и проникла в дом Винтерсов. Она явно намеревалась похитить Розу. Видимо, решила, что будет легче контролировать Розу, находясь в облике ее матери. Наше ненападение сорвало ее планы, поэтому она притворилась трупом. Затем она жила в грузовике, убила всех, кто находился внутри, и скрылась с Розой. Все прошло не так, как она ожидала, но в конечном итоге ее замысел осуществился. Но это не конец. Пора встретиться и разнести это место к чертям. Возможно, мы столкнемся с Гейзенбергом, но я нашел кое-что полезное. Он забыл здесь одну из своих игрушек. Она из полимерного материала, и он не сможет ей управлять. Побьем врага его же оружием. Альфа. Так. У нас тут хорошо, так, ну все, сохраняемся, на этом все. Всего тебе доброго и хорошего тебе дня.